«Наши дети». Так называется республиканская благотворительная акция, в которой принимают участие сотни тысяч человек по всей стране. В рамках этой акции местный фонд духовного возрождения, созданный в Витебске 3 года назад, организовал праздник «Сказка в Рождество» для воспитанников Сеннинской школы-интернат, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициативу поддержали бизнесмены, члены общественного объединения «Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области». Ребята из Дворца творчества детей и молодежи сыграли новогодний спектакль, а в исполнении участников Международного творческого союза православных авторов прозвучал рождественский концерт. Местный благотворительный фонд духовного возрождения организовывает социальную помощь и проводит просветительскую работу на духовно-нравственные темы при помощи волонтерского движения. А приезжать в Сеннинскую школу-интернат и поздравлять воспитанников с самыми светлыми праздниками стало доброй традицией. Наш благотворительный фонд духовного возрождения уже 4-й раз приезжает в Сеннинскую школу-интернат для детей-сирот. И мы всегда с удовольствием приезжаем сюда, не только, конечно, на Рождество, мы приезжаем и на Пасху, на выпускные вечера, такие наши самые замечательные праздники. Но на Рождество мы особенно любим, конечно, приезжать в этот вот светлый, добрый, замечательный праздник. Поэтому мы призываем всех граждан Витебска, граждан Витебской области участвовать в добрых делах, помогать таким деткам, помогать людям, которые сегодня нуждаются, помогать тем, кому тяжелее, чем тебе. Спешите делать добро. «Сказка в Рождество» стала праздником не только для воспитанников. Участие в акции – большая радость и источник вдохновения и для самих организаторов. Так приятно здесь находиться, и мы очень надеемся, что наши приезды оставляют в их душах большой след. Это не просто так. Мы нужны друг другу прежде всего. Не только мы им просто с нашими подарками, наверное. Больше даже они нам нужны, чтобы отогреть наши души, наши сердца, которые ежедневной работой, рутинной, да, немножечко вот затвердевают. И в эти дни, делясь своим счастьем, своим здоровьем, своей душой, своей теплотой сердечной, мы получаем от них столько же, а даже, наверное, и больше. Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марка» за минувший год выделил более 4 миллиардов белорусских рублей на благотворительность. Сеннинским ребятам на Рождество генеральный директор холдинга Николай Мартынов подарил 40 пар обуви. Не только в одних деньгах нужно, скажем, измерять вот эту помощь. Самое главное, что вот эти, чтобы были общения и понимание, чтобы мы могли, скажем, с детьми найти ту нить вот соприкосновения и, скажем, чтобы они настроить их вот на такие хорошие дела. Рождественские встречи стали традиционными. И дети, и руководство школы-интернат всегда ждут их с нетерпением. Ведь приезд представителей благотворительного фонда – это не только подарки и сказочный спектакль. В первую очередь, это встреча со взрослыми, которые для воспитанников и работников учреждения стали по-настоящему близкими друзьями, всегда готовыми помочь и поддержать. У нас давние и теплые отношения, особенно помогают нашим выпускникам, поддерживают. И сформировались такие отношения, которые помогают нам социализировать наших ребят в постинтернатный период. Вместе с тем приехала и представители ассоциации предпринимателей Витебской области, и мы уже встречаемся с ними в 4-й раз. Они нас постоянно поддерживают, они уже знают наших детей, а наши дети них. «Сказка в Рождество» – далеко не единственное мероприятие, которое ежегодно организует фонд духовного возрождения. Таких добрых дел немало, а лучшая награда за них – радость в глазах детей. Мы рады разделить радость с детьми вместе с фондом духовного возрождения города Витебска. Мы благодарим сегодня за то, что вместе с нами дети нашего областного дворца детей и молодежи. Мы благодарим союз нанимателей и предпринимателей, ассоциацию нанимателей и предпринимателей города Витебска, что они тоже уже 4-й раз приезжают к нам в Сено, в нашу школу-интернат. Благотворительный фонд духовного возрождения дает возможность каждому проявить доброту и тепло своего сердца, щедрость своей души, внимание и заботу к тем, кто этого лишен. И представители фонда, и волонтеры своими делами утверждают: для добрых дел повод есть всегда. Шесть команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Электростали и Витебска приняли участие в турнире международного класса по хоккею с шайбой «Витебский медведь-2016».
За призы боролись юноши 2001 года рождения. Интрига первенства сохранялась до самой последней встречи. В итоге, сразившись в финальном матче с командой Липецка, юные хоккеисты из Витебска стали обладателями серебряных наград. Мы два раза участвовали в Словакии в международных турнирах и занимали призовые места. Мы были серебряными призерами международного турнира в Словакии. Ну, ребята как бы уже с каждым годом чувствуют себя увереннее и увереннее в турнирах. И вот, пожалуйста, вышли в финал. Боремся с самой сильной командой, которая еще никому никогда не проигрывала. Пока проигрываем, но этот турнир и ставил перед собой задачи. Слаженность команды, сыгранность. Самое ведь главное – это регулярный чемпионат Республики Беларусь. Профессиональное мастерство витебских спортсменов получило высокую оценку не только в Беларуси, но и на международном уровне. Главный показатель этого – приглашения, которые получают юные хоккеисты из лучших мировых клубов. Многих лидеров, конечно же, разбирают. Значит, двое мальчиков уехали в Санкт-Петербург играть, в лучшие команды Санкт-Петербурга. Двое мальчиков уехало в Москву играть. И даже один мальчик уехал играть в Канаду, в США, в Колорадо Эвеланш. Это все ребята нашей команды. Конечно, состав теперь ослабленный без этих лидеров, но, тем не менее, мы боремся. Турнир «Витебский медведь» проводится в нашем городе регулярно. Он не мог бы состояться без помощи руководства хоккейного клуба «Витебск». Генеральный директор спортивного учреждения «Витебский хоккейный клуб» Олег Терещенко и его заместитель по спорту Михаил Багрунов всеми силами поддерживают инициативу турнира, помогают в его организации и проведении. Юные же спортсмены хоккейного клуба «Витебск» целиком оправдывают возложенные на них надежды. Эмоции хорошие. Обыграли почти всех, кроме Липецка. Вот реванш берем. Ну, команды сложно, но стараемся, выигрываем. Вообще ожидалось не то, что получилось. Мы вообще думали то, что проиграем всем. Но выполняли установки тренера, и, в общем-то, все получалось. По итогам первенства чемпионами турнира «Витебский медведь-2016» стала команда хоккейного клуба «Липецк». На втором месте оказались юные спортсмены из Витебска. Бронза досталась хоккейному клубу «Газпром» из Санкт-Петербурга.